Игнор ваших звонков и сообщений ⁇ это всегда манипуляция. А последующая за этим ⁇ Ну такой я ⁇⁇ это еще более жесткая манипуляция, предназначенная вас прогнуть. Элементарно воспитанный человек отвечает на сообщения в течение 24 часов. Это по современному этикету. Если за 24 часа вам не ответили, значит человек вас ни во что не ставит. И если после этого он как ни в чем не бывало, появляется, когда ему что-то от вас понадобится, блокируйте или ставьте прочерк. Жестко? Да жестко. А кого вы в этой ситуации выбираете? Себя или какого-то говнюка, который вас ни во что не ставит? Задумайтесь об этом. Люблю вас.